Так, друзья, ну приїхав Андрюха. Приїхав забирати свого подарочного кабана. І спросимо у нього його мнення. Андрій, як твоє мнення, ну, що тобі подарили кабана? Чесно, просто приємно. От, чоловічно приємно. Спасибо. І розумію, що мій труд оцінюється не зря. Бо це тяжова робота. Да, друзі, різник – це не алкоголізм. І це професія, на якій теж люди хорошо зарабатують і живуть. Так що от і Андрій ще нам всім дає познавательний контент. Поэтому в знак благодарства дарим йому кабана, два сусіх, ну і від мене. Спасибо. Погнали! Начнем работать. Пришлось выволакивать ведром и веревкой за заднюю ногу. И что Андрей сделал? Андрей сделал по шее черги, в машину кинули и говорит, дома уже сам в спокойном режиме все сделаю, не спеша, разберу, поделю что куда, и то и сам по себе там разберусь по-домашнему. Я это все не снимал, я сначала снял. Ну, потом подумал, что не буду, наверное, выкидывать, потому что, ну, там смотреть нечего. И проблемы могут быть с Ютубом, когда мы его вытягивали. Что у меня по этим? Именно вот свинка осталась одна, и вот свинка вторая. Это кабанчик, который у нас на откорм. Кабанчик из-за них двух сидит на норме. Я им даю по 2,5 килограмма в сутки. И ему так само. Бункерной кормушки им на троих хватает сразу одновременно стать. И даю им, короче, на троих по 2 килограмма, по 2,5 в сутки. Я хочу вот эту именно свинку. Они более-менее такие ручные. Вот это и вот, вот это. Их покрыть чистым бьетреном. Вот эти именно две. Они уже у меня перегуляли в первых числах. И вот сейчас к 20-м будут опять загуливать. И я покрою их и искусственно чистым пьетреном. Хочу попробовать чистым пьетреном вывести максимальные проценты пьетрена. Это что касается этих двух свинок. Сделали вчера вечером УЗИ. УЗИ свиноматком. Обезьяна, УЗИшка показала покрыта. Что касается обезьяны, обезьянка у нас покрыта йоркширом. А киевлянка не показала. И мы вчера раз, второй, третий не показывает киевлянка. И потом посмотрели по таблице, ой, говорю по таблице, по записям. А у нее только 20 там чем-то дней, 22 дня после покрытия. И оно 22 дня не показывает. Надо хотя бы месяц, чтобы был. Ну, месяц, желательно чуть больше. Не показала, но она, я думаю, покрыта. Но мы ее сейчас через недельку-полторы еще просветим на УЗИшке и узнаем. Короче, это, грубо говоря, я думаю, покрыто, она в загон не заходила. Обезьянка точно УЗИ показала, малышей у нее, ёршенят. Давай, обезьяшка, обезьяшка. И также просветили вот этих просветили. Эти у нас, получается, он Кнопа. Кнопа тоже показала уже маленьких деток, у нее УЗИшка. Такие черные пятна показала на УЗИ. Это покрыто. Это, по-моему, пьетреном у нас покрыто. А те, кто-то ёршером, кто-то дюрком, я уже не помню. А, или, по-моему, Кнопа дюрком покрыта. Да, дюрком, а это пьетрен. Этих просветили тоже на УЗИ. Ну, что такое? Кнопа. Эти просветили, свиноматки все тоже покрыты. Машку не светили, и так понятно, что она покрыта. Живот висит здоровый, огромный. Машу не светили. Ну, ее толку нема светить, и так видно. А Кнопа, зараза, тоже покрылась. Кнопа!
Также эту показала УЗИ, что покрыто. Это у нас покрыто, по-моему, дюрком. У нее тоже имени нет. Проверили на всякий случай. То есть живот как-то не сильно большой, мне казалось. Проверили кукляшку, тоже покрыта. Она чистым дюрком, чистые дюрочки у нее будут. Такие же, как и у рыжки. Рыжунька, все нормально. Рыжки было порос. 12 штук. Все. Было порос 12 штук. И все уже, вчера было им 3 дня. Мы вчера купировочку хвостов сделали. Зубов, покололи железо и все необходимые мероприятия провели с поросятами. 12 поросят есть. Одну или два мелких, таких как он. Мне без кнопы никак не получается. Кнопа по-любому у нас будет. Ну, короче, вот так. Это чистые дюрочки. Я, короче, взял, не, думаю, не буду продавать всех. И взял вчера 3 кабанчика себе скастрировал. Крупных кабанов оставил, потому что заказы есть на кабанчиков. А именно мелких кабанчиков покастрировал. Себе оставлю на Новый год на откорм, потому что я тот раз хотел оставить, не получилось, все позабирали. И думаю, сразу скастрирую, чтобы их уже не было, и оставлю себе на откорм. Вот такие у нас поросята, жевженята, жевжики. Это им 3 дня, это сегодня четвертый день пошел. Да? О, кнопа! Кнопа! Давай сюда, кнопулька! Кнопа! Вот это такая точно даже меньше была кнопа, что уже покрыта кантура. Это дюрочки. Дюрочки у нас все заказаны. Свинки, кабанчики. Так что не спрашивайте насчет поросят породы дюрок. Дюрков я продаю на племя свинок и хрячков по 3500 гривен за штучку, за одного штучку. И то их сейчас нету, это расписаны все. Так, где-то через дней 20 будет опорос. Может, чуть больше надо посмотреть по записям. Ну а все кантеры, это август-сентябрь, поросята будут в продаже. Сейчас поросят пока в продаже у меня нету. Я так им отгораживаю маленькое пространство, пока первые 7 дней. А потом все разгорожу, весь ящик, и там уже подкормку им ставлю. И все другое. Маленькие, а в туалет ходят уже понад стенкой. Кнопа! Кнопулька! Ой. Короче, вот так получается. И насчет Сани. Насчет Сани. Саня у нас получается... Вчера я его должен был встретить. Мы созвонились, я ему переслал на карту 600 гривен на обратную дорогу. Говорит, так и так наберу, когда буду садиться уже в Днепропетровске, сюда, в сторону Харькова ехать. Наберу, встретишь, заберешь с трассы. Ну, хорошо. Потом он набрал меня где-то в 2 часа дня, что, мол, так и так, где-то на вокзале не может найти автобус. Сказали, автобус будет ближайший 28 числа. Короче, это дней через 10. Или больше там.
не может найти автобуса, говорит, сейчас буду, наверное, выбираться на железнодорожный вокзал, это в Днепропетровске, говорит, тут ничего не поймешь, автовокзал пятиэтажный, ничего не найдешь, автобусы на Харьков оттуда не ходят, как он мне объяснил. А я слышу по нем, что голос у него, ну, поддатый, то есть, он, видно, не в Днепропетровске, а в Бухарест попал. Поэтому я говорю, Саня, так и так, ну ты ж не сильно выпивай, там добирайся сюда. Он говорит, осталось 170 гривен как раз на автобус, на билет автобуса. Ну, говорит, или на поезде доеду. Короче, потом мы еще раз созвонились, он там что-то искал, кого-то искал, что-то узнавал. И потом я ему звоню, гудок и шел, а потом... Короче, отключили и все. Абонент, вот уже второй день, абонент не может взять вашу трубку, ну, принять ваш звонок. Что я думаю? Он телефон сдал в ломбард, потому что он мне говорил такое, хоть телефон в ломбард сдавай, у него телефон новый, то есть ломбард по-любому ему там 1000 или 1500 гривен дадут. И, как я понимаю, он дальше начал там же, наверное, в Днепропетровске продолжать Бухарест. Судя по всему, он телефон сдал, и пока у него вот это не закончится так, сколько там, 1000 или 1500 гривен еще плюс, он сюда не приедет. Или же вообще ничего уже нет у него, ни телефона, ни денег, разбутый в каких-то там сланцах или тапочках и как-то пытается сюда добраться. Тут несколько вариантов. Ну, что телефон он сдал, это 100%. Я даю, что он сдал телефон. Это даже, ну, даже не обсуждается. Это 100% он его сдал и начал дальше, типа, сам себе продал. То я и поесть хочу, то я это, а сам выпить. Короче, когда приедет, это может сегодня, может завтра, может послезавтра. Он по-любому сюда доберется, потому что он говорил, не любыми судьбами надо сюда к тебе добраться. Говорит, какого фига я вот это поперся непонятно куда, так все хорошо было, а сейчас не могу выехать с этого Днепропетровска. А до Днепропетровска он тоже доехал с другого городка, там 130, по-моему, километров. И, короче, вот так по Сане, вот такая ситуация. Саня был, получается, у нее уехал перед праздниками, перед 9 мая, и там был рад, доволен, счастлив. Первые два дня он снимал гостиницу по 480 гривен за сутки, два или три дня он снимал гостиницу, а потом уехал знакомиться с ее родителями, познакомился и там у нее обитал. Звонил мне пару раз, когда забирал детей со школы. Там двое детей небольших, маленьких, и он забирал и сидел с этими детьми, пока она была на работе. Она работает. Но все равно, когда он мне звонил, я слышал по голосу, что он немного поддатый постоянно был. Ну так, слегка. Я еще говорю, Саня, ты не балуйся, так и так. Ну все может быть. Говорю, ну сиди там, отдыхай, там общайся с ней, ну не бухай. Да, да, хорошо, что ты это. Ну, я слышу по голосу, что он уже поддат. Вчера я тоже. Он нормально был с утра, все хорошо. А уже в Днепропетровске язычок заворачивается. Уже он мне что-то лепит там свое. И говорит, я уже и голодный. То есть у меня всего там 100 с чем-то гривен. Что мне делать такое? Хоть телефон сдавай. Я понял, что он уже намеревается сдать телефон в ломбард. Телефон у него новый. Сколько ему там телефону? Полмесяца или месяц. У него его то заберут сразу, ну, я же говорю, за 1000, за 1500 заберут. И где-то он там на вокзале, наверное, перепетлял вот эту ночь. А сегодня утром есть у него деньги или вытянули все, непонятно. И где он сейчас, непонятно. Но в тот момент, как он сдавал его в ломбард, я набрал, гудок и шел, потом резко сбросили и отключили. То есть, я так понимаю, он пакет с телефона забрал. А телефон сдал. И все, у него деньги, он стал героем. И пошло-поехало. Короче, Саня сейчас в Бухаресте. Как приедет с Бухареста, я обязательно сниму видео, как только он тут появится. И спрошу, что случилось, что произошло. Как и что, как он был там.
ну, я думаю, поделится, расскажет, начнет. Вот, ну, я думаю, 100% он начнет: меня ограбили, или побили, или где-то там что-то, как всегда, у него не сложилось, не срослось. Пацан к успеху шел, не получилось, не фартануло. Ну, вот такое что-то будут, вот такие лепки. То есть будем смотреть, будем наблюдать. Короче, вот так. Ну, говорит, что мне по-любому надо к тебе доехать. Свинки, вот эти кантеры, как свиноматки, ну, такие по формам, по длине очень хорошие. Ну, посмотрим именно, какие они будут свиноматки. Это чистый кантер Пьетро Андюро. Узнаем, посмотрим. И также жду F1. Скоро будут у меня с Дании, датской селекции, настоящие 4 свиноматки F1. Ну, это уже совсем другая история. Всем пока!